Тем временем блогеры обсуждают способ игры в футбол двумя мячами. Фут-даблбол изобрела группа украинских студентов, которые сочли обычный футбол недостаточно захватывающим. В эту игру нужно играть одновременно двумя мячами разного цвета. Большая часть правил игры в обычный футбол соблюдается и в фут-даблболе, но в последнем есть изменения и дополнения, которые делают этот спорт более динамичным и зрелищным. Основное отличие состоит в том, что в двойной футбол играют двумя мячами разных цветов. В начале матча каждая команда получает по мячу, и вратари выбивают оба мяча из зоны ворот на поле. После этого начинается игра, в которой довольно трудно не запутаться. Каждая команда пытается атаковать соперников своим мячом и в то же время защищать свои ворота от мяча другой команды. Если команде удается захватить и второй мяч, она может атаковать и забивать голы любым из них. Таким образом, вратарям иногда приходится защищать ворота от двух ударов одновременно. По словам украинских игроков, фут-даблбол гораздо интереснее, чем простой. Здесь от участников требуется намного больше координации. Кроме того, фут-даблбол намного быстрее и динамичнее, потому что гораздо больше возможностей забить гол. В фут-даблболе счет может быть, к примеру, 15-8 или 20-11, и почти все игроки в команде умудряются стать автором хотя бы одного гола. Вот! Эта игра гораздо интереснее. Как это ни странно, судьи говорят, что по сравнению с классическим футболом, двойной контролировать легче. Прежде всего потому, что у игроков почти никогда нет времени на споры с судейскими решениями, так как второй мяч все время остается в игре. Идеологи этого вида спорта утверждают, что их вдохновителем стал старик Хоттабыч из книги Лазаря Лагина, который дал каждому футболисту по одному мячу. Все время бегать и толкать друг дружку, только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мячик. А? Тем временем оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город» и не забывайте читать и комментировать наши публикации в специальной группе ВКонтакте. До свидания.